Добрый день, дорогой друг! Приветствую вас в рубрике «Тренерские фишки». И в этом видео мы с вами обсудим такой вопрос, как писать в самом низу флипчарта. Этот вопрос возникает в связи с тем, что очень многие тренеры придумывают разные ухищрения и варианты, что же делать, как писать, как сюда наклониться, как добраться и так еще, чтобы это эстетично выглядело перед аудиторией. Так вот, я поделюсь с вами одним лайфхаком, который упростит эту ситуацию. Итак, какие же ухищрения на сегодняшний день тренеры придумывают для того, чтобы писать вот здесь, и это выглядело красиво? Но самый первый вариант и простой, который можно заметить часто, это тренер берет, вот так вот наклоняется и начинает тут что-то писать. При этом он стоит боком, попа торчит, а если там сидят участники, это выглядит недостаточно хорошо и красиво. Следующий вариант, который придумывают себе тренеры, они подкатывают или подтягивают стул, садятся на него прямо перед аудиторией в процессе мини-лекции, когда они что-то фиксируют, и начинают писать внизу флипчарта. Еще некоторые тренеры придумывают следующее ухищрение. Они пишут вот здесь под наклоном, вот здесь пишут под другим наклоном и оправдывают то, что так надо писать внизу флипчарта именно под наклоном. При этом, если сидит участник и смотрит сюда, понятно, что для него перевернутые буквы выглядят непонятно и нечитабельно. Итак, какой же лайфхак вам предлагаю я для того момента, когда вы уже добираетесь до самого низа страницы, чтобы не наклоняться и не придумывать какие-либо дополнительные ухищрения? Давайте я вам его покажу сначала быстро, а потом медленно. Итак, представим, что у вас вот эта часть флипчарта уже исписана, и вы хотите писать здесь. Что вы делаете в этот момент? Вы берете ваш лист, на котором вы пишете, его поднимаете и в карман, который у вас получается, кладете толстый маркер. Толстый маркер держит этот кусок, вы немножечко подвигаете себе лист так, как вам будет удобно работать, и пишите на нем себе спокойно, ровно, и он находится на уровне вашей руки. И работать вам очень удобно. Давайте с вами представим, что вы уже закончили вот здесь писать и вы хотите перевернуть лист. При этом мы помним, что у нас там находится маркер. Как его можно вернуть, достать, чтобы это было красиво? Ну, первый вариант, который вы можете сделать, это просто вытащить его рукой. Второй вариант, вы можете дернуть за лист, и ваш маркер упадет на флипчарт. Конечно, это вызовет эффект у вашей группы, что так все волшебно произошло. Самое главное, чтобы маркер падал негромко. Ну, с первого раза так может не получиться, он может упасть на пол, и у вас может происходить вот такая ситуация. Вот такой вот лайфхак, который вы можете использовать для того, чтобы писать в самом низу флипчарта. Пользуйтесь на здоровье и радуйте ваших участников. А я желаю вам креативных подходов к обучению и классного настроения. С вами была Наталья Волоцаева. До встречи в рубрике «Тренерские фишки». Увидимся!